Здравствуйте! В эфире новости Приамурья. В студии Алиса Борцова и сегодня в нашем выпуске. В Малом зале районного дома культуры состоялась конференция местного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Матвеево-Курганского района. В Большом зале районного дома культуры состоялся отчетный концерт образцовой вокальной студии «Юность». В Малом зале районного дома культуры состоялась конференция местного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Матвеево-Курганского района. В ней приняли участие заместитель главы администрации района Дмитрий Кондрашов, заведующий отделом образования администрации района Наталья Гринченко, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Людмила Макина. Всеобъемлющий характер деятельности движения «Первых» требует эффективной организационной структуры, которая должна решить ключевую задачу – сделать доступные возможности движения для каждого ребенка. Сегодня в 23 общеобразовательных организациях Матвеево-Курганского района созданы первичные отделения движения. И, конечно же, именно они являются ключевым звеном в нашем муниципальном образовании. На данный момент в движении зарегистрировано 520 верифицированных обучающихся. Это 12% от общей численности общеобразовательных организаций и 64 наставника. Также 519 обучающихся не верифицированы и находятся на согласовании в региональном отделении. Это также 12% от общей численности общеобразовательных организаций. Работа по регистрации обучающихся ведется на постоянной основе. В период с октября по декабрь местным отделением были проведены кампусы, знакомство с РДДМ на базе трех поселковых школ. В Ряженской школе 2 декабря 2023 года мобильный технопарк «Кванториум» совместно с РДДМ провели кампус «Каждый первый». В ближайшее время планируются выезды и другие общеобразовательные организации. В рамках заседания обсудили совместные решения по планам дальнейшего действия и развития сообщества. Конференция стала важным событием для подведения итогов этого года и отличным зарядом мотивации для будущих успехов. А действительно, мы работали с детьми, действительно работали от души, от сердца, как сказала Наталья Владимировна, очень правильные и верные слова. Это, наверное, самое главное, потому что впереди очень много работы, направлений масса. Сейчас до конца, как мы с Еленой Владимировной Кудиновой общались, когда открывали наше первичное здесь отделение, я задал ей такой вопрос. Ну, это же вот объединит все молодежные движения. И до сих пор, признаюсь, не совсем непонятно, как оно объединит, если у нас масса направлений, мы распыляемся. Дети одни и те же, направления одни и те же. И мы вот эти таблицы заполняем и РДШ, и РДТМ, и пошло-поехало. Добровольцы, волонтеры, а дети одни и те же. И педагоги у нас одни и те же, советники одни и те же. Поэтому вот это, скажем так, как общее не именно к вам, а вообще, я думаю, вы поддержите действительно общее пожелание, чтобы это действительно объединило все направления и стало одним единым строем. Поэтому я вам желаю успехов. Творческих успехов, удачи и работы действительно от сердца. Спасибо за ваше. В Матвеевом Кургане прошел сольный концерт Александра Алпатова. В мероприятии также приняли участие творческие коллективы районного дома культуры. Для присутствующих прозвучали красивые, душевные и знакомые многим музыкальные композиции. Любить и стать единственной любовью.
одной домой бежать, одной домой жить. Концерт получился ярким и подарил зрителям незабываемые эмоции. В Большом зале районного дома культуры состоялся отчетный концерт образцово-вокальной студии «Юность». Художественным руководителем вокальной студии является Таисия Синячкина. Каждый музыкальный номер отличался своей изюминкой и неповторимым колоритом. Юные артисты подарили зрителям частичку своей души и творческой энергии. Концерт прошел в теплой семейной обстановке. Солистов встречали и провожали несмолкаемыми аплодисментами. Руководитель поисково-спасательной службы администрации Матвеево-Курганского района Олег Ковалев рассказал о правилах безопасного поведения в зимний период. Здравствуйте, уважаемые жители Матвеево-Курганского района. Наступила зима. Чтобы ваша жизнь не была омрачена проблемами, напомню вам опасности, которые могут подстерегать в зимний период, и как избежать их. Первое – это гололед. Не позволяйте себе бегать, веселиться на скользких улицах, в припрыжку подниматься по обледенелым ступеням крыльца. Для зимних прогулок подойдет обувь на плоской подошве, потому что она более устойчивая на скользкой дороге. Во время передвижения по зимнему тротуару, дороге, ступенькам крыльца не спешите. Ставьте ногу
на всю ступню, а затем уже переносите на нее тяжесть тела. Также долгие прогулки на улице очень часто заканчиваются общим переохлаждением или различными обморожениями. Чаще всего от мороза страдают щеки, нос, пальцы рук и ног. Одевайтесь адекватно погоде и длительности прогулки. Обязательно теплая обувь, теплые варежки или перчатки, головной убор, непродуваемая верхняя одежда, желательно с капюшоном. Если почувствуете, что замерзаете, лучше сразу же войти в какое-либо помещение и согреться, выпить горячий чай. В зимнее время лучше обходить стороной реки и пруды. Выходить на лед в одиночку небезопасно. Если выход на лед вынужден или неизбежен, прыгать и стучать по льду нельзя. Не проводите игр на льду. Главное правило – удвоенное внимание и повышенная осторожность. При поездке на автомобиле в населенные пункты, расположенные на удалении от места проживания, учитывайте погодные условия. Лучше перенести поездку и не оказаться на скользкой или заметенной снегом дороге. Отправляясь в поездку, имейте большой запас топлива, дополнительную теплую одежду и теплую обувь, головной убор. Напоминаю, единый телефон экстренной помощи 112. С наступающим вас Новым годом и Рождеством! Берегите себя и своих близких. До свидания. Это пока все новости. Спасибо за внимание. С вами была Алиса Борцова. Всего доброго. До свидания.